суд Хабаровского муниципального района направлено уголовное дело, возбужденное после гибели 9-летнего ребенка в марте этого года в селе Мичуринском. Мальчик пропал по пути к бабушке. Его тело обнаружили только спустя сутки в заполненном водой котловане. Следов насилия на теле школьника эксперты не нашли. Он захлебнулся в ледяной воде. Ребенок провалился в двухметровую яму и не смог выбраться наверх. Жители села рассказали, что в подобные рвы люди уже попадали. Например, жительница Виноградовки, упавшая в яму вместе с грудным ребенком. Тогда все обошлось, но даже после такого случая внимательнее относиться к своей работе строители не стали. Ямы – дело рук монтажников, которые прокладывали здесь газопровод. По словам сельчан, максимум, что можно было увидеть у опасной зоны – ленточное ограждение. А место тут более чем проходное. Вот тротуар, вот есть вот там тротуар, там тоже яма. Вот они, вон она. Вот. Ее прямо вот. Отсюда видно хорошо. Яма. И вот вырыли эту, вот дорога, тут тоже ходят люди. Сюда вот. Шел, может, он шел домой, пошел домой, вот. У него дорога до дома сюда, вот, он проходит по ней. Все, заглянул ребенок, все, нет ребенка. В качестве несчастного случая случившееся не рассматривалось. ЧП стало причиной халатности. Выражаясь языком Уголовного кодекса, были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ, повлекшие смерть человека. Максимум, что грозит начальнику участка фирмы «Тюмень-Сибгаз», отвечавшего за порядок на объекте, 5 лет лишения свободы. С места происшествия Надежда Томченко и Анастасия Кузьмина.